Погулять по Марсу и узнать, как Земля может поместиться на ладони. Социальный проект «Мечтатели» продолжает воплощать самые заветные желания детей с особенностями развития. Мы уже рассказывали о 12-летнем Артеме Храмове из Железногорска, который мечтает стать космонавтом, несмотря на то, что у него есть диагноз ДЦП. За время проекта он успел полетать в аэротрубе, попробовал космическую еду и померил настоящий скафандр. Сегодня школьник погулял по Красной планете на марсоходе и познакомился с космонавтом Александром Лазуткиным. А руку не буду мыть никогда. Про космос мне вообще все интересно. Вот. И как вот задать вопрос, я даже не знаю. У меня либо один какой-то вопрос задать, либо засыпать его миллионами вопросов. Что, как, когда, где, почему, зачем. Александр Лазуткин, как и Артем, всегда хотел стать космонавтом. Мечта осуществилась в 1997 году. На корабле «Союз» и орбитальном комплексе «Мир» он провел 184 дня и 22 часа. В Красноярске космонавт уже не первый раз приезжает специально для того, чтобы встретиться с детьми и привлечь их внимание к науке. Я помню, в одном классе я выступал. Это были то ли первый, то ли второй класс, вот такие небольшие ребята. Рассказал, вроде понравилось так это все. И вот они собираются, двое собираются, и один... Пока там свой ранец книжечки запихивает, говорит, все, я теперь понял, что я не буду банкиром, сказал он. Я понял, надо же, дошло, вернее, как у меня получилось.